Как правильно посеять петунию на рассаду? Рассмотрим, какую петунию лучше сеять и чем отличаются две популярных техники – посадка на снегу и посадка в землю. Вырастить красивую и здоровую петунию – это важная задача для начинающего цветовода. Проведем вас от посадки до выращивания и пикировки саженцев петунии. Немного из истории об этом прекрасном растении. Петунию впервые открыл Жан-Батист Ламарк. Ботаник принял растение за разновидность табака, и только спустя 10 лет истинные цели были оправданы. Выращивание красивого цветущего петуния заняло свою декоративную нишу. Какую петунию будем сеять? Среди многообразия сортов цветоводы выбирают петунию по душе. Выберите, какие посадить: крупноцветковые, многоцветковые или с миниатюрными соцветиями, и купите семена. Особенности сортов петунии. Крупноцветковый – диаметр соцветия 15 см, многоцветковый – 8 см, мелкий – до 4 см. Все варианты интересны, как в домашних, так и в садовых композициях. Как правильно посеять петунию на рассаду? На снегу, в грунтовой смеси? Оба варианта с использованием почвы, но посадка несколько меняется. К примеру, при посеве петунии на снегу между семенами и почвенной смесью прокладывается подушка снега. По мере таяния насыщают землю и активируют разведку семян. Детальнее об этом дальше. Почвенная смесь для посадки петунии. Соединить одну часть песка, одну часть участка земли и добавить к равным частям ингредиентов 2 порции торфа. Обеззаразить 1% раствором марганцовки и подрыхлить смесь. К другим вариантам, как подготовить смесь, относятся также прокаливание на сковородке, либо в духовке. Процедура подкормки вводится уже на этапе заделки петунии на рассаду. Обрабатываем гуматом калий, к примеру. Варианты проращивания. Готовить смесь. Проращивание на снегу. Выбрать прямоугольную емкость, засыпать почвенной смесью, положить сверху слой снега, выложить на подушку снегу семена и накрыть крышкой. Она не обязательно должна быть прозрачной, главное, чтобы плотно закрывалась. Дополнительно можно перемотать бечевкой или закрепить резинкой. Как вариант, прикопать на участке или оставить проращивать дома. Проращивание в земле. Вложить приготовленную почвенную смесь в отдельные контейнеры. Если подсохло, тогда пролить водой. Можно проращивать как в стаканчиках, так и в общих контейнерах с крышкой. Продаются в садовых магазинах. Посадка петунии на рассаду поэтапно. Первый шаг – разложить мелкие семена петунии на листе бумаги, так как удобнее их потом рассыпать по земле. Второй шаг – распределить на 2 см слой снега или в отдельные горшочки. В последнем варианте слегка прижать пальцем, проталкивая в грунт. Третий – накрыть крышкой или пленкой и прорастить неделю до появления ростков. Снимать на проветривание, чтобы не запаривались, по 1 часу в день. Четвертый шаг – убрать накрытие с появлением ростков. Пятый шаг – после формирования 2 семидолей пикировать почвенную смесь или в отдельные горшочки. Уход за рассадой петунии. Проливать почвенную смесь умеренно, чтобы земля не размокала. Подрыхлять верхний слой, особенно в отдельных горшочках. Подкормка слабым минеральным раствором или отдельными компонентами, мочевиной или гуматом калия, к примеру. Освещение рассеянное. На участке выбрать открытое ровное место. Температура для проращивания плюс 20-22 градуса. В этих же рамках выбрать температурные критерии для посадки и содержания дома. Читайте на сайте Teenage.info, почему не растет петуния после пикировки. Пишите в комментариях, как по-вашему правильно посеять петунию на рассаду. Ждем ваших вариантов. Обязательно поставьте лайки под этим видео и подпишитесь на канал Teenage.info. Будет еще много интересных обновок. Будет еще много интересной информации.